И, короче, всем привет, с вами Насур, и я опять говорю, короче, в общем, сегодня мы с Машей делаем после новогоднюю часть, потому что с моим картофельным интернетом я, как обычно, не выкладывал видео 2 недели, и, на удивление, у меня не отбавилось подписчиков, они даже прибавились, и я такой, опа, я думал, уже все перешло, все. Ну, в общем, жизнь она такая. Жизнь — это больно и тяжело. И, короче, в этот раз, так как я не хочу больших спойлеров делать, мы идем ловить Сутрайквазу, легендарного покемона, да? Слушай, знаешь, что я тебе скажу? Ну? Убей Кусо. Сегодня я пить не буду, как было в прошлом году, хотя у меня есть с собой сок, но что-то не хочу. И, в общем, чтобы дойти до Райквазы, нам нужно в Скайпиллар. Я уже там чуть-чуть побегал, там нельзя убегать, то есть... Там серьезно нельзя убегать, то есть там просто либо мочишься, либо, короче, там, чтобы покемон сдох, там, у тебя есть какой-то там шанс убежать. Поэтому сейчас я от всех тентакулов поубегаю, там, чтобы удары поэкономить. Может, просто репил? А репил — это для слабаков. Слушай, репил, точно. Почему ты не сказала мне это раньше, а? Я думал, ты сам догадался. Где это? Вон у тебя много репелов. Вроде. Макс от пуга, офигеть, у тебя от пугов. Ну, короче, вот сюда мы заворачиваем, в эту вот, короче, улиточку. И вот, и мы появляемся вот здесь. Свайпила. Вершина, называется вот так, вершина. И тут, короче, музыка из убежищ команды Аква и команды Мамы или что-то там. В общем, команда Мама. Команда Мама. И, в общем-то, блин, я велосипед забыл. Слушай, что делать? Это же нельзя пройти без велосипеда. Я забыл. Так, все, делаем паузу, идем за велосипедом. И мы продолжаем. Надеюсь, теперь все будет хорошо. Я провалился. Это удивительно. Но зато надо я проехал первую эту фигню. Ехать там, где только две были эти самые кнутых камня. Ты зачем замедлился, дебил? А я хочу остановиться, но может мне нужно рассмотреть башню, я не знаю. Может, у меня такие причуды. Так, все, вот так вот. А что сейчас-то? Упал. Ладно, пофигу. Фейлы должны быть, потому что должны. О! Никто отлично. Не идеален. А сейчас я что, упал? Ты медленно поехал там, где больше всего этих дырок. Я же быстро ехал. Я зуб даю, быстро ехал. Ой, эффект от пуга прошел. Юзай, пуг. Вообще, пугающе долго у тебя от пуг был. Ты довольно много поехал. А так там же этот... Блин, я спалился. А нет. Нет, не свалился все-таки. Вот же ж. Ой, а я, короче, на камень приземлился. Наверное, даже ли было больно. Они как-то не прогадали с этой с расстановкой этажей. Тут, короче, вполне реально на камень приземлиться. Вот. Так что ты уже падаешь через этаж, и ты думаешь, ну больно. Ну, знаешь, я же на велике падаю. И он просто ломается, и я, короче, новый достаю. У меня, короче, бесконечный инвентарь. Вот. А ты такой, хочу ты велика, хочу ты велика. У тебя бесконечный инвентарь, что ты хочешь? Я не понимаю, что за фигня происходит. Смотри, я вот тут, вот тут, короче, только 2 пути, как бы, понимаешь, то есть... Я не могу здесь разъехаться. Что мне делать? Давай. Ах. Я даже на паузу поставлю. Короче, друзья, тут фишка в чем? Тут нужно одним заездом это все сделать на максимальной скорости. Я думаю, это не так сложно на стрелочках. Мне это сложнее, я же на джойстике играю. Так, бежим, 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 Вася, бежим. А тут-то что должно случиться? Ой. Так, я сохранюсь, а то я слишком далеко прошел.
Да что же тут за гемы с этим скайпилогом? А что у тебя там было? У тебя там еще айтемы были, у тебя легче. Гениальное, слушай. Я просто... Врезался в стенку. Ой, короче, это тяжело. Фейлы сейчас вот так вот чпоньками думали. Короче, друзья, мы это прошли, да. И сейчас тут, короче, на максимум спид нужно, вот видите, вот вверху, вот, ну, на денджеле 4 эти штуки. Нужно попасть со второй, там, короче, проход будет внизу. Мы пойдем, и все будет чики-пуки. Вот. Ну, я не смог. Третью, потому что четвертая, если попасть в четвертую, которая там вверху, она тоже вот сюда, короче, ведет. Сначала. А? В начало. Короче, вот там 4 эти штуки было наверху, если попасть, нужно попасть во вторую или третью, потому что четвертая она ведет вот сюда. Я поняла. Всем путем страданий жутких я это прошел. Жутких просто страданий, я больше не знаю, как их назвать. Давай, Денджели, беги уже к этой дебильной Райквайне, мы сейчас покончим с этим с новогодним выпуском, с после новогодним. Это что, будет все? Ну да, чё. Достаточно. Вот она. Сохранить, блин. Она похожа уже на какого-то дебила, у которого глаза изо рта растут. Стоп, а у меня покемон есть. Такой Глеб пришел без покемонов. Привет, Райклаза. И без покеболов. Привет, Райклаза. Всё есть, нормально. Там музыка вообще клёвая. Не, ну прикольненько такая. Не, вроде как это была такая, но я что-то не помню. И в общем, как видите, у меня Ларинос, потому что я понял, что не выдержит моя фигня. Она использует их скорость. Что это дает? Экстрим спид это всегда первая и очень большая сила. Ну понятно. Это не очень память. Эффективно, потому что ты боевым драконом летающего убил. Опа, меня убили! Все атаки у Ларинос неэффективны против нее, кроме силы, наверное. Я не запомнил четвертую атаку. Меня убили! Опять! Ты что думал, будет легко? Ничего ты не сможешь. Но я видел, как Ваня поймал Райквазу там. Меня опять убили. Слушай, она один гнев использует. Ой, исчезла. Гнев это очевидно аутрейдж. Его сил больше. Исчезла, блин! Ладно, сейчас все будет заново. Ну ладно. Надеюсь, мы победим ее за 3 минуты. Силы, да? Хорошо, я бью силы. О, сила. Сейчас, короче. О, она экс-скорость применяет. Я силы, и она экс-скорость, и я силой такой. И она уснула, а я такой силой. Она спит, а я она силой. Жестом себя рекавит. Так. Я, короче, сейчас буду голы кидать. Думаю, достаточно. Место, думаю, достаточно. Я без понятия. Так, надеюсь, на меня... Она тебя не убила вдруг. Меня убили? Не плачь, дебил. Я не плачу. Я просто ною. Я не плачу, я просто ною. А у меня не хватает времени. У меня нет покемонов. На неё. Она слишком сильно, блин, микрофон. Смотри, меня убили опять. Ну потому что это аутрейдж. Она продолжит тебя бить, и презент не получит почти никакого урона. Он, потому что это... Хотя нет, получится наш 70-го. Кому я выл? О! Райкваза кон... Она конфужена давно. Кидай болы, пока посмотри есть шанс, на ее жизни. А то она убьет себя. Кидай! Или у тебя есть какая-то атака, которая может ее усыпить? Нет. И прорисовать, хотя нет, ты все равно не успел бы. Ой, я кинул
покебуры и атака Райфаза отменена. Прикольно. Ты, короче, флай можешь отменять, оказывается. Вот так вот все делается. А нет, меня убил флай. Это все, это, короче, баг просто был. И вот у меня остался один презент. Она просто промазала тогда. Ну, в принципе, она не си... Не, чё, я сохранялся. Я сохранялся. Это редкий покемон. Я имею право сохраняться. Все. А теперь до следующего раза. Я сохранюсь на все три слота. В общем, люди, это было что-то, я не знаю, мы ловили его больше часа, тут будет всего 10-12 минут, а у нас тут, блин, больше часа уже прошло. Мы там сюда мы поймали Райквазу. Полагают, что Райкваза жил на Земле сотни миллионов лет, находясь в озоновом слое. В связи с этим о его существовании не было ничего известно. Да иди нафиг, Райкваза, мы тебя ненавидим. Хотите дать кличку? Да. Я даже, я назову его, как думал просто назвать, сейчас я уже точно это хочу сказать. Ой, блин. Сильнейший? Да. Как раз буквы позволяют. Сильнейший был отправлен в пока. Пеку. Я поймал Райквазу. Вот так вот уже. Поймал Райквазу. Ну что, мы на мертвом динозерке летим в Малвиль. Менять велик. Потом уже лечить покемона, да. Велик нужнее. Ну что ж, друзья. Вот и закончилась наш посленовагодняя часть. Это я выполнил один из машинных челленджей, которую можно было только представить. Я выполнил один из машинных челленджей, я поймал Райквазу. Вот. У тебя еще челленджи есть. И скоро я буду развивать фибосовую мою лучку и выполнить второй. Ну что ж, друзья, всех с прошедшим Новым годом, потому что я не поздравлял никого. И всех школьников с началом третьей четверти. Надеюсь, вы не помрете за учебой. Я тоже надеюсь, друзья.